яркая какая, блестящая, запоминающаяся миниатюра на льду. Героиня Алены Бабенко начинала ее как надменная, гордая, может быть, даже обиженная женщина. А потом от проявления внимания, от проявления чувств героя романа растаяла. И заканчивала этот танец уже влюбленная пара. Причем как здорово колорит азербайджанский учтен. Каждое движение рук отточено, каждая поддержка романа выполнена в специфической кавказской манере. Очень интересное решение.